Три. Всем привет, с вами Евгеха, добро пожаловать в Майнкрафт Морской Бой. Всеми любим Морской Бой, который вы так все любите. С нами играет Костя. Всем привет, ребята, также с нами еще играет Некута. Всем привет, ребята, еще с нами Утя. Да, всем привет. Костя, броню возьми. Ребята, нас четверо, играем по тем же самым правилам. Кто не помнит правила, пересмотрите предыдущие серии. А против нас играет ТРСР, Свордкипер, Лео и Ретрибьюшн. Ребята, мы уже практически готовы. А Костя, беги к своей пушке, и я напишу, что мы уже начинаем. Хорошо, хорошо. Только я динамит еще возьму. Так, нет, давайте, давайте. Все. А я сейчас занимаюсь тем, что ломаю дерево. Объясню почему. Потому что по центру карты у нас находится... Возьмите луки, пытайтесь стрелять. Они не готовы. Ай, а я уже запустил. Сейчас рванет. Что говорить надо? Мы же написали это. Они же написали то, что они готовы. Заново говорить. Какой заново? Я уже дерево сломал. Я уже выстрелил, они... А я думал, они запись начали до того, как мы отсчет дали. Да, вот я про это и говорил, Евгеха, в прошлый раз. Заново отсчет. Хорошо, 3, 2, 1, го, поехали. Да, давайте. Давай, Свордкипер. Я пока что поставлю вот эти, ну, как сказать... А я как бы срубил эти ресурсы, но я их пока на место тогда верну, как бы мы еще не начали. Да, мы еще не начали, поэтому... Да кто там стреляет уже из пушки? Мы зарежем пушки, ну, мы зарежем пушки. 3, 2, 1, ну? Они, надеюсь, все? Начали? Все, да, типа мы начали. На самом деле, ребят, мы начали заранее, ну, чтобы просто вам, ну, поздороваться с вами. Я не знаю, почему они так затупили. Так, все, начали, поехали. Все. Я сейчас делаю печку. Две лодки делаю, ребята. Потому что сейчас я хочу... господи, как это называется? Облутать сундуки. Мы немного начали изменять данную карту, потому что мы добавили по центру сундуки. Сундуки так, с лутом. Так. Слушай, а тут они хоть раз залетят, интересно, или нет? Так, в меня кто-то стреляет уже. Раз, два, три. Я почти у них пушку сломал, ну почти немножечко. Я по сундуку попал, Ты сундук взорвал, зачем? Ну... Тихо! Выпадет. Евгеха обстреливают. Отступаю. Мне пушку разнесли, кажется. Нет, еще пацаны, не все потеряно. Пацаны, мне придется отступить, потому что я взял лук, конечно, да? Лети! Все, ребят, я отступаю. Меня иначе вообще забьют. У меня осталось 4 хп. 3,5 сердца. У тебя совсем как-то. Так пипец, они на меня все напали, но я зато забацал лук, ребята. У нас хороший лук на откидывание. А по центру находится меч золотой на... Что там, на Sharpness 3 вроде. О. И... Ага. Так, ну все, я попробую сейчас стрелять из этой пушки, пожалуй, надеюсь... Я попал! Попал, отлично, ребят, сейчас со своей пушки попробую пострелять по ним. Женя там все. У меня попали, просто вообще... В меня попали, не, пушка все еще у меня работает, это хорошо, просто в мою пушку попали, почти взорвали ее, но она уцелела, все-таки выжила, старушка, вообще работает. Если что, ко мне прибегает. Да блин, почему они не долетают? Надо просто, видишь, надо выпускать заряд уже я на последний взрыв ТНТ. Я пушку сломал, у меня лагануло, я сломал пушку, ребята, господи. Да ладно, Евгех, у нас так две пушки уже сломаны. Хорошо, я буду пытаться тогда отстреливаться, парни. Собственно, ты пушки сломаны? Тоже моей можешь пользоваться. Но моя пушка, она почти сломана, тут еще один заряд, и она точно будет сломана. Я у них пушку сломал! Рож! У них отлично. Две пушки, да, осталось, получается? Да, отлично. Смотрите, главное, чтобы где-нибудь сбоку не плыли, они могут же оплывать нас с фланга и поджечь, взорвать там корабль. Окей. Взорвал, да! Ладно, что же взорвал, что ли? Я не вижу центральный сундук, ребята. А его взорвал. Я в него попал случайно. А, Никиш. Кстати, так там на дне, получается, меч будет. На дне? Так кто на дно? О, я в них вообще классно попал. Смотрите, у них там дырка просто. Ребят, отлично. Вы молодцы, ребят. Я вами горжусь. Нормально, ребят, нормально. Я не попадаю. Да. Я случайно вообще попал. Это чисто. О, я попал в одного из них. И долетел. Я в кого-то попал вроде. Нет, не нормально, попал. Ребята, обстреливайте их корабль. Так, я забыл взять лук, я обойду лук возьму, потому что... У нас только одна пушка моя взорвана. Они, да? Смотрите, они потом уже активно начинают из лука стрелять, потому что у них пушки закончились. Отлично, у них все пушки сломались? Все, что ли? Не, вроде не, одна еще осталась, одна еще осталась. Да, одна вон я этим. Оптифайном увеличил, там она. Да, я тоже оптифайном увеличиваю, там тоже она. Так, сейчас. Давай, вперед. Сейчас я еще заполняю. Кто-то ползет на нас. Прикиньте, это плывет. ДРСР плывет, смотрите. Оп. ДРСР у них плывет. Где он плывет? Вон он плывет, смотрите. Вон. Он там что-то на тебя ТНТ закладывает. А у нас, слышь, лук не на поджигание случае, нет? Где он? Где закладывает?
А он на своем корабле закладывает. А, я думал на нашем, ё-моё, вы не пугайте так. Это обстреливайте их из пушек, я пока буду из лука немного это работать. Да давай, 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 нормально, ребят. Если стреляют, то они долетают. Главное их просто... Не-не, очень высоко стреляй просто и все. Конечно, я тут настроил. Че, въехал ты на мою пушку сел? Не, на самом деле для меня на этой карте трудновато было с пушки стрелять. Ну вот я первый случайно взорвал. Ребят, у меня просто, не знаю, мне как-то лагануло, что ли, я не знаю. Ой, я попал по ТРСРу. Отлично. Отлично, отлично, молодцы, ребят. Я короче, расшугал их, все нормально. И вот сейчас, давай. Давайте, давайте, молодцы. Ой, он вверх полетел! Кто вверх полетел? Ух ты, нифига! Я сказал, он вверх полетел. По нам попали. Почини, почини, почини пушку, почини пушку. Блок поставьте, блок поставьте. Так, ребят, нормально, все молодцы, молодцы, пока держимся. Если кому-то нужны стрелы или снаряды, говорите, могу подать. Ой, я по одному, может, два раза попал там. Так, я вижу на корабле, да, все четверо у них на корабле находятся. Так, да. Что один, правда, там на палубе. Здесь, ребят, может быть, как-то укрепиться, я не знаю. Да не, нормально, пока не все. Кстати, я думал, мы сыграем гораздо хуже, но... Нет, ну как бы, знаешь, я не знал, как мы сыграем. А, я думаю, что будет вообще два раунда, ребят. Может быть, мы эти два раунда выложим за один раз, может быть, за два раза. Зависит от длительности, ребят, честно говоря. Да, все зависит от того, ожесточенности битвы, ребята, во. Что говоришь, господи? Все зависит от ожесточенности битвы. Да, боже мой, у меня за плиток языкается. Жесткий, господи, не говори такие длинные слова. Все зависит от того, как долго будет проходить наша битва. Да. У тебя не ломай там никогда! Боже мой, пушку нам разорвало, ребята! Скажись. Останови там блоки, с другой стороны ломай лучше. Окей. Блин, надо как-то нарактать их подальше, надо 4 заряда положить. Так, да не... Так, ребята, давай я сейчас сделаю в этой пушке. Лучше всего я понял по три. Какая у нас пушка еще осталась живая? Вот, у нас... Центральная, моя центральная еще стоит. А, у нас две пушки, да, осталось еще. Прикрывайте. Так, погоди, у меня есть план. Так, а луки же остались, да? Луки, да, луки. Там еще и в сундуке много луков. Бери, конечно. Не стесняйся. Чувствую себя как дома. А, стреляют! Так где? Тихо, ты зря зарядил, я ж тут стою. У меня палка. Тихо, погоди, я щит строю. Щит? Окей. Как мы стреляем? У меня одно хп, парни. Так ты спрячься, что ты стоишь-то? О, ютикул, ты вообще. Все, ты погиб. Да, ты погиб. Так у тебя был один хп, что ты не спрятался? Я вообще не понимаю, что ты не спрятался. А, там у них кто-то на вышке стоит наверху. А, вижу, вижу, нас теперь трое, ребят. Нас трое! Утя, ты можешь врубить креатив, взять невидимость и наблюдать, не более. Да, да. Очень жаль, что минус один. Жаль, что ты ее так протупил немножечко, но ничего бывает. Первый раз играет. Я в кого-то попал даже. Утка первый раз играет, со всеми бывает, сами понимаете. В первый раз все нормально. Так что мы можем еще затащить, все-таки 3 на 4 это еще не приговор. Конечно. Как это сказал? Да он опять вверх полетел, да какого... Вот, блин. Кстати, мы им вообще хорошо корабль разбомбили. У них уже протекает там. Протекает. Никиша, как так-то? У меня, кстати, у меня лагануло, она тоже, блин, тут всякий пипец бывает. Последняя пушка осталась, сколько у них еще пушек? У них одна. У них одна пушка, да? Да. Сейчас. О, попал. Так. Конечно, они там далеко находятся. Ниже. Так, нормально. Сейчас мы еще. Так, отлично. Мы с тем чуваком, который на вышке, пишемся. Но он почему-то начал других стрелять. Он понял, что в меня бессмысленно стрелять. О, у них там динамит на пушке наверху, смотри. Да-да, он так закрылся, это он... Ой, вдвоем попали, две стрелы, кто-то в него попал, я в него тоже еще попал. Слушай, я же забыл сказать, у нас это, под кораблем, вот где... Еще раз в него попал. Лодка это моя. Там лут. Стреляйте по тому чуваку, который сверху стоит. Ой, да ладно, у тебя же там лута, ничего такого. Там палка была. Где? Внизу, она под водой. Где-то вот здесь. Где именно? Где-то где. Ой, ёшки ты кот. Они попали по нам, они попали по нам. Сейчас скажу. Так, Пипец, ты самое важное не сказал. Лестница, вот она лестница. Маленько от нее вот. Я упал, отлично! Я кого-то скинул, что ли? А нет, я не скинулся. Ага, вижу твой лут. Все, и там палка есть. Она прям мигает, там подмигивает. Отлично, давай. Все, Жень подобрал ее, молодец. Слушайте, они нам попадают по нам, нам нужно стрелять. Так стрелять из пушки, я отстреливаю чувака сверху, я по нему очень много раз уже попал. У него уже должно остаться там на 2-3 выстрела. Так, Жень, ты собираешься? Да я подожди, дай я всплыву, сейчас я умираю, у меня 3 хп. Да боже мой, Евгеха, только ты не умри, давай. Так а чё не умри, блин? Ну у тебя, блин, ты пипец, ты бы ещё сказал, ты через полчаса, ё-моё.
Я почти убил чувака на вышке, он почти упал, ребята. Ты умер от того, что ты за палкой полез? Да. И делай дуэль. Ой, вот у тебя реально так умер. Ты понимаешь, они не видели, они вообще... Так они не видели, но ты умер, да? Ты-то умер, да. Ладно. Ладно, все хорошо. Первый раз. Первый раз, отмазка года просто. Да господи, они будут долетать или нет? Ну, они долетать будут. Ты 4 ставишь или 3? 3? Я 4 почему-то не могу поставить. Смотри, ты ставишь 4-й и потом это, и потом еще кнопочку нажимаешь сверху. Ладно, пусть не экспериментируют, нам залетают снаряды, ё-моё. А-а-а, господи! Вот оно как! Нормально, нормально, Никиш, они тут до нас попадают все-таки потихоньку. Вы главное из динамита стены не додумайтесь строить, а то пипец будет. Давайте, давайте, ребят, молодцы. Никита, знаешь, как можешь попробовать? А я понял, все, все, я сейчас 4 зарядил, все нормально. Нет, не обязательно 4, короче, заряжать. Знаешь, можно как еще? Можно... Видите, они в нас стреляют, они пытаются нашу эту взрывать. Один спрыгнул у них в воду, ребята, с другой стороны корабля. Слышите, только что видел. Сам спрыгнул. То есть у них там... И второй тоже, ДРСР тоже... Не, он туда посмотрел, типа, что он туда спрыгнул, я не знаю, или... А? Вот там, видите, у них в другой выход у корабля, да? Вот туда, да, вот, да, то ли да, Свордкипер, то ли кто спрыгнул. Я просто в ТРС расстрелял, который там же бегал и увидел его ник. Ага, кто-то у них на башню залез, на башню сверху, вот там где ТНТ наложено. Есть, по кораблю попал. Отлично, молодец, красава, черт, давай, давай. Врач. О, нас летит. Твою мать! Так, пушка цела, пушка стой, цела. Стой, я тебя научу, короче, стрелять, чтобы ты вон ту пушку разбил. Закладывай в левую, короче, 4, а в правую 3. В правую а, в бок летел, да? Да. Сейчас. По мне двое стреляют с башни и ТРСР еще снизу. Сзади Свордкипер лезет. Да ладно. Такой, сейчас рванет. Где Свордкипер лезет? У нас орудий нет. За нашим кораблем. Мы... Ты взорвался с нашу вышку? Некуда. Нет. Вышку, пушку. Опа-на, он нет. Вышку, пушку. Опа-на, нет. Вышку, пушку. Опа-на, нет. Вышку, пушку. Просто динамитом перемени при мне взорвал. Всё, а убьем его, где он один? Может убьем его? Давай, давай. Ой, меня луком стрелы выпали. Где он плывет? Где он плывет? Мы остались вдвоем. Кто тут невидимо летает? Мы с ним вдвоем остались. На, передо мной прямо ТНТ взорвалось. В некуду прилетел кусок ТНТ прямо в голову ему. Пушку просто разорвало. Да, это вообще жесть была. Яха, мы остались 2 на 4, значит почти невозможно, но мы с тобой что, почему-то придумаем. Да, добьем его, Свордкипера, главное добить. Костя, ты осторожно уйди, они видишь, они шпанам стреляют. Как они у него очень мало хп. У него на 1-2 выстрела Евгеха осталось, давай. Еще вот я бы его попал, давай еще один выстрел. Не мешай. Еще один выстрел, я бы ему 3 раза подряд попал. Костя, сейчас стрелы закончились, сейчас еще возьму. Бери быстрее Евгеха. У него хп должно быть очень мало у Свордкипера. А у нас один на корабле, Кость. Где? У нас один на корабле бегает. Кто? Лучше Артём, а, ТРСР вижу, бегает. Давай, бей его, бей. Откуда у него железный нагрудник или что это такое? Так, не атакуй. Кость назад. Пытаюсь, но я упал уже, понимаешь, я уже упал. Где он? Он тут. Мы с ним перестреляемся на луках теперь. Я не вижу вас. Они под водой, Жень. Они под водой, мы под водой оба. Ой, у них железные нагрудники или это у меня какой-то лак? Да, выпей. Это я. Или это у них такие серые нагрудники, похожие на железные. Точно, он же... Так, тихо, он под кораблем. Там он под кораблем. На шифтах, Евгеха, на шифтах. Всё, как ему это сделать? Так, аккуратно. Он, смотри, забирается, Евгеха, забирается. Мне нужно похавать Евгеха, чтобы дрогениться. Один уплыл, а другой-то остался за эти корабля, смотри, бегает. На шифтах, Евгеха, давай. Уплывает? Нужно расстреливать из лука тех, кто уплывает. Это инвизии тут летает. Один приплывает. Он ТНТ ставит. ТНТ ставит? Где он ставит? Вон, видишь его же. Так. Так, тихо, ребята, все под контролем. Так, вон там снизу, справа, он сейчас тут будет взрывать. Вон ТРСР, давай, стреляем, пока он в воде. Вон там в воде один чувак, смотри. Где? Вон он прямо слева Евгеха, прямо где-то наверх, брат. Слева у заднего борта. Вон плывет, смотри, по нему просто опасит, это изикатка, давай. Раз! Давай. Его нужно хотя бы одно застрелять, правда у них откуда-то серый нагрудник все-таки, да? Давай. Он все-таки бодос скрывается. Так, я... Мы попали вдвоем 2 раза, давай. Он за песок прячется, смотри, за песок. Один в нищий корабля, Кость. Нищий корабля, ты не спускайся без меня, Евгеха. Один еще подплывает на лодке, они, кажется, начинают рашить уже полностью. Да, вижу. Из-за чего используем тактику с ТНТ, там, суицид, там, все дела, ну...
Харакири еще такое. Ой, Харакири, какой сын. Кстати, подплывает. Так, погоди, я. Сзади. Сейчас. Женя, ты мастер. Что? Есть план. Вон сзади. Под тобой. Сзади. Слева. Прямо. Тихо, утка, молчи, пожалуйста. Ты сейчас это. Не подсказывай нам, подожди. Они внизу под кораблем. Да, они под кораблем. Вех, а ты-то где? А я чуть ниже спускался, лодку сделать себе. Артём, вокруг. Нет, поднимается! Кто поднимается где? Сзади, вот, да! Да на лестнице сзади тиросер поднимается. А вот вижу. Евгех, отстреливай его. Да, вижу, отстреливаем его, Он же пьет, он куда-то сиди выпил. Я не послышал. Он под лодкой проплывает. Зелье выпил, так. Так, это был Артём. Взорвали кусок. На песочном корабля. Стоит. На песочном стоит блоки, где ящик. Тиросер внизу, можете его обстрелять. Это вот, который на песочном, бесполезно. Тиросер внизу, если бы мы его видели, братень. Да он тут, прямо... тут же пипец, вы-то погибли, братень, мы там мстить будем. О, у меня два раза попали, у меня три сердца сняли, но сейчас... Двое внизу, они сейчас закладывают тинти. Нас сейчас зарвут, Евгений, сейчас снизу. Они внизу тинти закладывают. Сейчас поджигать. Так, есть план. Вот Тиросер поднялся. Тиросер поднялся, Евгений, я его скинул. Блин, Сорткипер здесь. Я ж умру, Евгений, Да, братьон, я слез с корабля. Зачем ты слез на один против двух ППшек? Так, блин, я хотел бы другое место, погоди, так. Да я почти, как не вовремя ты слез с корабля, Евгеха, как же не вовремя, ну ладно. Да, блин, я хотел это, устроить план капкан, короче. Ну и в итоге они пришли к нам сзади, и я одного скинул с корабля, а второй меня добил. Сейчас Артём подорвёт всё. Так, погоди, меня со всех сторон стреляют, ну пипец. Откуда тебя добить? А, вот оно. Я не видел его просто. Все, Евгех тоже застрелен, да? Ну, Тиросер. Они там просто зашли, нужно было 2 на 2 их там наверху взять, и тогда, возможно, мы бы потом бы Лео и Ваню бы убили. Ну хорошо, ребят, давайте второй раунд. Да, второй раунд, решающий. Давай, раунд. Второй раунд. Ну, это был такой тренировочный раунд. Следующий будет решающим. Итак, ребята, у нас второй раунд, и мы продолжаем. Костя, бери свою броню, конечно же. Я взял. Подождем, пока наш братюнька, значит, броню возьмет. Мы поменялись с кораблями, поэтому мы сейчас пираты. Ребят, извините, пожалуйста, что перебил. В принципе, готовы, давайте напишем, типа, гоу, типа, мы уже готовы, ребят. Отчет, дай отчет. Ось. Артём любит затянутый отчет. Давайте день поставим. А, три. Все, давайте. Начали, поехали. Раз, два, три. Херакнул по ним пушкой. Отлично, ребята, мы начали войну. Так, я чисто по человеку попал. Ребята, да ладно, что, убил его? Не, попал просто. Если бы убил, ты бы... Ребята, во втором раунде мы не будем бежать сразу же на мидл, потому что это будет, как-то не знаю, наверное... Суицид. Раз, два, три. Огонь. Раз, два, три. Решили не рисковать, в общем, ребят. Да. Блин, недолет. О, я в чувака попал. Да ладно, мы что, уже двух чуваков попали? О, я тоже в чувака попал, да ладно! Я же сказал, как стрелять надо. Так, всё, пацаны, давайте это... Постараемся затащить, ребят, сосредоточиться. Раз, два, три. Огонь! Блин, о, нет, не долетел. Разнёс что-то! О, хорошо, идем, значит. Вообще нормально. Попал! О, красава, Евгеха! Попал, а вообще по-царски! Давай, нам нужно у них сломать все пушки, тогда они будут очень бесполезны, они выплывут к нам, и мы их убьем. Да, ребят. И Артём, видите, нарубил дров. Он сейчас будет, ребята, он нарубил дров, он сейчас, короче, будет это, лодку делать. Ой, я у них сломал, смотрите, вон видно у них корабль, я у них дру там просочил, короче. Да, я взорвал. Ребята, суперски, Никита, вообще хорошая тактика, ребят. Так, давайте смотреть по сторонам, чтобы никто к нам не подплывал. Женя, мы с тобой в одну точку попали вместе. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Есть, по кораблю попал. Ну я у них только флаг задел. Раз, два, три. Ну-ка. Да, давай! Разорвал пушку! У них один сверху, смотрите, видите, сидит. Три, четыре. Да? Да, ну, точно. По нам стрелять. Нужно, чтобы кто-то... Может быть, я наверх сяду сейчас пострелять тоже. Не надо, да это... Слышь, Евгеха, тебя скинуть могу. Я тот раз Тиросера раскинул, он чудом выжил, потому что у него железный нагрудник был и все. Вот именно. Лучше не рисковать, наверх лезть, мне кажется.
Ладно, давайте мы сейчас затащим как цари вообще. А давайте, значит, не забывайте брать с собой побольше стрел, ребят. О, да, я у них там пушку сломал, кажись, еще одну. Они, смотри, я уже... А сейчас... Я пока постреляюсь, просто сяду постреляться по ним, потому что хочу пушку сохранить, попытаться. Знаете что, у них нужно все пушки сломать. А то, помните, они Куту убили в прошлый раз. О, вообще красава, молодец, красава, который я хотел. Давайте, 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 еще все пушки сломать. Вон, у них лево, у них крайняя осталась. Какая, слева, справа? Слева, слева. Сломайте ее, если всех пушек. Давайте. Просто в прошлый раз Никуту убили чистой пушкой. Нужно не сделать так, чтобы пушки все не работали. Да, и мы же не работаем корабль. Разорвать. Так, это получается здесь две, а здесь, значит, четыре надо. Они уже сюда. Они поняли? Нифига. Я взорвал! Молодца! Молодец! О, молодец! Просто! Великолепно, братюня! А, это слышишь, возьми его пушку справа! А, ребят, моя пушка, если что, целая. Короче, я теперь могу со своей пушки взрывать даже дальние, вот те справа у них, которые. Отлично, а у нас все пушки целые? Да, да, да. Молодцы, молодцы, ребята. Так, смотрите, какой план. А я сейчас хочу нарубить дерево. Рубить. Наруби дерево, наруби, наруби. Ты разбираешь нашу лодку, как мы плывем домой? Нормально, мы из двух кораблей сделаем один большой корабль. Меня химичка ждет. Ой, что-то низко пошел. Ребят, смотрите, смотрите, нужно, чтобы кто-то сверху сидел и смотрел, не плывут ли они сбоку, понимаете, в чем дело? Так они могут очень большой круг оплыть. Так, Костя, у тебя ж пушка жива, нормально? Да, у нас все живо, я отстреливаюсь от них, чтобы они... Они теоретически могут, мне кажется, что они задолбаются. Так они в прошлый раз таки сделали, нет? О, давай, тенки, хорошо, ты смотри, ты по ему тенки упал, молодец! Красава! Тащим, тащим! Сверху стрелял, он, да, чувак, сверху стреляет. Я принял решение и буду пока пытаться как-то саппортить, я не знаю, что-то пытаться сделать. Я попал! У них осталась одна пушка, короче. Нет, да. У них все, ничего не осталось. Да, все перестроили. Ну видите, есть один минус, давайте одну нашу пушку, раз, может, заем для того, чтобы это... Железо получить, ребята. А, смотри, кстати, вот, кстати, Костя сказал сейчас дело. Зарвем одну нашу пушку, чтобы получить железо. Егеха, заметите, пожалуйста, никто не будет кто-нибудь. Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Костя, это очень хорошая идея. Ну как хорошая, нормальная идея. Женя, разбирай свою, потому что она как бы там вообще не там вообще. Да, свою, эту пушку свою. Не надо ломать, лучше самую крайнюю взорвать. Почему, почему? Посмотри, старая крайняя, это наоборот, смотри, там много места. Самая левая твоя, которая там у них все уже разнесено, видишь? Стоп, к нам плывут! Где, где? Сейчас сзади будут заходить. Он тенти не ставил? Вон Артём внизу. Лодку у него сломаем, если убьем. Давайте, стреляем, стреляем, стреляем. Это обманка, мне кажется. Смотрите, а он, может, я не один плывет. А, прикройте там этот. Больше никто не плывет, только Артём тут плавает. У них снайпер там, слышишь? Он ТНТ внизу закладывает. Да-да, он ведь ТНТ закладывает. Он ведь сейчас весь наш корабль подорвет, и Егеха, нужно либо его убить, либо они. Где он находится? Внизу. Он плавает вокруг корабля, ты что не видишь, что ли? Он сейчас будет взрывать сейчас он будет. Он сейчас взрывать будет. Давайте, пацаны. Я сломал ему лодку, сломал, сейчас убью его, почти убил его, ребята, я по нему 4 раза с меча упал. С лука стреляем, убиваем его, давайте, с лука. Убиваем. Да! Все! Ребята, я просто, ребята, я снес... Внизу. Видим. Ребята, я просто спрыгнул в него и 3 удара по голове под мечом. Под кораблем. Еще под кораблем, а не под кораблем, только что на шифт, он в нашем корабле прямо в палубе, ребята, прямо в палубе у нас. Как он тут? Бежим. В палубу, бегу. Ну аккуратно, там ТНТ может быть. Убей его, быстрее бей его. Убивайте, он может взорвать все. Отлично, хорошая работа, ребята, я отлично, я случайно, ребята. Убирай ТНТ, Женя, быстрее. Он факел не туда поставил. Все, ребята, у них все остальные двое, они у них на базе остались. Все, мы... Знаете, как я случайно, знаете, как я его... Ребят, знаете, как я его заметил случайно, когда он там ТНТ ставил. Кто сверху у нас? Сверху я, сверху, они там оба, они оба. Там на базе, Костя, а нет! В носовой части корабля есть железные блоки, слышишь, Кость? Я взорвать не их? Я взорву их, смотри как. Я убираю ТНТ по боку. Аккуратно, чтобы никого... Так, посмотрите, чтобы они шли. Так у них один на башне сидит, другой. Где у них второй? Я у них второго не вижу, ребят. Они по мне стреляют, они по мне стреляют. Ник, прикройте его. Где у них второй, там, ребята, где у них вышке, второй? На вышке. Я вот все вижу, снизу тоже еще есть. А, попали. Ты взорвал их, Геха, вышку? Да, у нас есть два железных блока. А я сейчас делаю на всех железные мечи. И постарайся побольше нагрудников. Я вот в ПВП в ближнем бою дерусь нормально, так что мне железный нагрудник желательно. Вот. Так, вы открывайте меня, если что, чтобы ко мне сзади никто не залез, ребят. Вы двоих видите? Да, они там на базе сидят у себя, они не пошли. Это тут было... Я по порту убрался. Давайте сделаю 4 меча. Угу. Так, сейчас сделаю, подождите. Что-то вообще хило пошла. Вообще молодцы, ребята, вот вы просто молодцы. Да вообще мы все молодцы, ребята, все хорошо сыграли. Я хочу сказать, если мы сейчас этого не заварим... Спасибо зрителям, которые поставили лайк и верили в нашу победу.
Да, смотри, да, спасибо. Я смотрю. О, кстати, у меня два железных меча. А, да, это же я сделал железный меч. Я взорвал! А, Югиха, боже мой. У меня два железных меча. Они зачем TNT закладывают? Они, видимо, решили суицид сделать. Да, они решили суицид сделать. Так, пацаны, так, железные мечи сейчас начну скидывать. Утка, стой. А слушай, если ты сейчас стрелишь в их TNT, то это... Я скинул одного с корабля, с вышки скинул, ребята! Костя, стой на месте, я тебе тоже сейчас скину железный меч. Страйк, это чё? Так, Никитос, ты где? Я здесь. Так, тебе тоже держи меч. Я только на себя сделал нагрудник. Мы можем, конечно, другие пушки разорвать. А ты что, тогда ты одну взорвал только? Полностью? Я не пушку, Костя, я пушку не взорвал. Я взорвал только часть корабля, где находится железо. Еще сделать так? Ну, если там еще есть, то сделай же. Да. Потому что смотри, мы же не глупцы, пушки ломать как бы это не слишком правильно, да? Стреляйте левой пушкой стреляйте, они все слева тусуются, рядом, тем более, видите, у них ТНТ. Если левой пушкой опасен по тем ТНТ, которые они заложили, у них пол корабля взорвется, потому что они сами ТНТ наставили. Самая левая, давай, никуда. Я на левую пошел. Я пока работаю стрелами, он там по вышке, я одного уже туда скинул, он там упал, сердечки потратил, но, видимо, выжил, потому что у них там железные нагрудники есть уже. Видите, ТРСР будет готов, было написано, что у него железный меч. Так, все, пацаны, сейчас готов. Огонь. Кстати, Евгеха, ты мне дал каменный меч, не железный. А, он не железный тоже дал. Все, вижу. Где я в TNT попал? Да ладно, во, видишь, мой план был хорош. Смотри, у них как все разнесло просто. О, я еще попал. Не попал? Так, пролетело. Я не нашел железо, я под корабль слез, но железо я не нашел. Че, в атаку не лезем же, да? Не-не-не-не-не, пацаны, погодите пока. Надо сначала, да, это. Придется, видимо, свою пушки разломать, потому что на углу очень трудно эти. Ну ломай свою-то. А нужно разломать их корабль до такой степени, что они уже не смогут нормально защищаться. Они все равно смогут как-то защититься, там много всяких бойниц, могут наверх забраться. Стоп, у них двое, да, осталось или один? Ой, или трое все еще. Я чуть пушку нашу не взорвал, ё-моё. Если взорвешь пушку, получим железо, можешь взорвать, я разрешу. Хотя да, можем одну взорвать. Ну блин, Никиш, я сначала хотел, видишь, углы взорвать, понимаешь, у меня что-то не просто не выходит это до конца. Что-то я снова зато. Я скинул с вышки еще опять кого-то. И ты туда прямо ТНТ кидаешь, красава. Но он не упал, он зацепился, он немного зацепился. Меня кто-то бьет в невидимке, прикинь. Ну это кто, угадай. Кто это? А ты где, Жень, вообще? Это кто мне ТНТ поставил? Мне кто-то в невидимый ТНТ ставит. Че? Эй, ну так неинтересно, вы чё? Да не. Напиши. А нам корабль что-то кто-то... Кто меня ударил? Это из лука стреляют. Это Свордкипер, что ли, в инвизе? Он же умер уже. Я не знаю. Зачем он мешает? Да нет, это с лука кто-то стрельнул, просто с лука стрельнули. Нет, с лука кто-то стрельнул, но внизу вроде палёным пахнет. В смысле палёный пахнет? В смысле пахнет? Они двое на своем корабле, к нам никто не может залезть. Ну, о, стреляй, он ТНТ мостик построил, сюда сейчас когда стрельнут, то будет там у них большой взрыв. Надо попасть. Блин, надо было, знаете, луки на это, на поджог. Не-не-не, так вообще без вариантов, так не очень. А знаете, что я сейчас хочу сделать, ребят? Давай. Я хочу забрать этот лук, который находится по центру карты. А чё там за лук? Кстати, ребят. Смотри, знаете, как можно сделать? Если кто-нибудь из нас вот туда подплыл бы и сделал бы у них там ТНТ. У них видео на корабле очень много ТНТ, особенно их вышка среди нас ТНТ, да? Если хотя бы один ТНТ взорвется в цепи, то их вышка с ними двумя тоже взорвется. Я могу попытаться. Не надо, надо лучше сейчас, пока не сюда. Подожди. Я могу рискнуть и пожертвовать с собой. Так, раз, два, три. Ай, почти. Попробуй в вышку попасть, я не знаю, но так, я сейчас попробую я взять. По вышке попасть, но... ребят, я сейчас попробую меч взять. Ой, лук, который по центру находится, взять. А он на поджигание, что ли? Нет, он на отбрасывание. Нет, ну тоже неплохо. Если попасть, то будет. Смотри, у них там все из ТНТ, реально. Давайте я лодку скрафчу, туда подплыву, внизу корабля все заминирую. Там хватит только, чтобы кто-то попал чисто по низу корабля, то есть стандартный выстрел. А где верстачок у нас? Давай почти, о, видишь, почти, вот там вот нужно что-то, да. Я же туда подплыву и заложу там ТНТ, слышишь? Все, это без вариантов, нужно так делать. Я заряжу, только скажи, когда стрелять. У меня редстоун факел есть. Ну ты пока постреляй, просто пока постреляй, пока я не поплыл еще, просто постреляй. Угу. Потому что это в него конечно, нужно вот сделать. Эти, блин, ачивки раз, нас палят. Два, кто палит ачивки? Да, да, ну ладно, пофиг. В смысле, а как они вас палят? Ну типа нарубил дерево там, все дела. Ой, да, да ладно, чё уж там. Так, что я по своим попал. В меня кто-то попал. Ну это, наверное, я случайно. А из чего он стрелял? Из лука? Так. Давай. Так, в меня пытаются стрелять. Раз, два, три. Ой, я помазал, давай быстрее лети!
О, офигеть, я как попал. Ой, он вообще не... И слеплей-то вдвоем, слышишь, Костя? Почему? Так я там, я заманесю. Если чё, так, моя... Нормально, ребят, давайте. Я не стреляй, заряди пушку, но не стреляй, заряди, но не стреляй, давай. Поплыли в меня, заряди. Не-не-не, я уже у них на базе, ты чё? Давай, я вижу, как ты плывешь. Скажи, когда стрелять. Погоди, пока не стреляй, тут я нахожусь. Я его подминирую. Я думал, ты за меня беспокоишься. Он, они скинуть тебя хотят. Он стреляет. Беги. Нормально, главное... Ну я в воду упал, ничего страшного. Я могу стрелять? Погоди, пока не стреляй, ты что, я еще побольше заминирую, чтобы был мощный взрыв. Так. Главное еще попасть. Меня кто-то пытается попасть. Кто у них там остался еще? Давай. Нет, стой, когда скажут. Давай мы с тобой как-то... Так, вы, я сейчас... Все, я в воду прыгаю, стреляйте, ё-моё, стреляйте. Давайте, раз, два, три, огонь! Раз, два, три, погнали. Ну стреляйте быстрее, ну! Они туда попали! В другой... Один в воду упал, Костя! По динамиту стреляйте, по динамиту, ребят! В воду упал! Где он? А вот, вижу, он на мою лодку сел, собака! Я у него лодку сломал из лука! Ха-ха-ха! Он на другую сел! Стреляйте из пушки, да я по нему еще раз попал! Да блин, они не долетают! Ай, это я! Костя, спрячься! Так ты просто, а, я это не вижу! Путь, это ты? Стреляй уже туда, стреляй быстрее туда уже, давай же, ну. Тихо, я пытаюсь. Утикул, ты чё, утикул, вообще взорвётся всё, ты зачем туда прыгнул, да псих? ТРСР по центру плывёт. Жлок. ТРСР по центру плывёт, дайте ТРСР расстреливаем. У меня полтора хп. Спрячься, Вега, спрячься, я у него лодку сломал, спрячься. Подожди, так, сейчас. Я у ТРСР два раза подряд лодки сломал, ещё по нему попал. Ха-ха, ТРСР вообще. Сзади, Демастер. Где? Так, пацаны, ТРСР на нашем корабле, если чё. Да, я уже плыву к нашему кораблю. ТРСР на нашем корабле, я плыву. У него железные нагрудники, меч. ТРСР на нашем корабле. Он закладывает ТНТ, он закладывает ТНТ на нашем корабле, закладывает ТНТ. Я на него напал уже. Где ты на него напал? Внизу, он внизу. Убил, всё. Да ладно, убил, нормально. Он подорвал. Нет. Евгеха, ты как взорвался? Да я у корабля был. А где противник? Где противник? Где противник? Я поджог! Да ладно. Меня ТРСР убил! Но он взорвал корабль, я погиб. Слышите, я взорвал. А где у них противник? Где у них противник? Где враг-то? До последних остался. Последний остался, он на корабле находится их. А где? Не, подожди, сейчас посмотрю. Кто наш враг последний остался? А Скугин? Скугин который? Да. А где он? А я к кораблю подбежал и погиб, а Никиш, ты выжил? Да, я выжил. А как я-то, блин? Он наверху. Он на самом верхнем верху, ребята. На самом верхнем верху. Жить. Попал! Давай, еще пару выстрелов. А вы лук забрали? У кого лук был? Я у тебя на откидывание? Не. У Евгехи был. Ё-моё! Он на самом верху остался. Да, мы видим Евгеха. Сейчас я кое-что еще замучу, я подплыву туда тоже. Как-то я попал. Да, ребята, он находится сейчас на самом верху, друзья мои. Происходит ожесточенная борьба на пиратском корабле. Ретрибьюшн, именуемый как Скугин или же Ванечка, пытается выжить, но его обстреливают со всех сторон. Да, я сейчас попробую сделать одну сумасшедшую мысль. Ну, я же не мастер, не могу. Да там кто-то невидимый. Да, ну, я рядом невидимый, еще сворткипер. Так я в тебя стреляю. Не-не-не, это сворткипер. А он его прикрывает тогда. Сейчас я напишу. А рецом факелы выпадают или нет? Откуда? Нет, это не сворткипер был. Просто это ж, у нас же внизу редстоун факел подорвал. Ребята, у кого есть редстоун факел, готовьтесь. У меня один, чисто один готов. Оставим, смотри, следующий, что я делаю. Это он стрелять будет, Кость. Забирайся так, чтобы прям под мачтой забираться, слышишь, он тебя не увидит, когда... Да так, я так и хочу, я так и хочу. Ребята, знаете, что самое тесто, что они подорвали внизу, они ничего не сделали, у нас пушки работают все равно. Нормально все? Сейчас. Да. Все? Все! Да это перфект! Мы еще плывем домой к нашим женам! Так, я тоже... Ютикул не сидит там! Ютикул тебя может попасть, должен прям под мачты, еще... Он не попадет, он слишком слабый. Да, вот так, пытайся, Кость, давай. Слушай, Ютикул, жди там, но не сильно у ТНТ жди. А у тебя факел есть? У тебя есть, у кого есть факел? Меня, ну нужно сверху поджигать, чтобы сверху бомбануло. Так ты сюда подплыви! Сверху бомбануло. Да не-не, все вниз полетит, все вверх полетит, нормально будет, я тебе говорю. Все. Я там потом заложу. Костя, осторожно, Костя, он в тебя стреляет. Где он? Он тебя же... Он сверху. С другой стороны башню начинает строить, Кость. Подожди, Костя, а чтобы взорвать, тебе нужна одна кнопочка деревянную. Здесь дерево? Дерево есть, да. Так, давай, еще. Он ломает ТНТ. Давай, Костя, строишь.
Давай, Костя. Погоди, мне нужно дерево больше. Костя, он спрыгивает на тебя. Где он, где? Он на одном ярусе над тобой. Вижу. Костя, это я. Если вижу, буду внизу стрелять. Это я. Костя, он над тобой прям сверху. Я вижу. Давай, братюнь, давай. Он спрыгнул на вас. Спрыгнул, вижу. Как он так бьет, как читак какой-то. Падай в воду! Взрывайте динамит! Быстрее! Взрывайте динамит, быстрее! Кто-нибудь, взрывайте динамит, ребята, ну! Быстрее, у кого факел был? Ну, кто взрывать-то будет? А у кого факел был? Ну, я сейчас сдохну, реально. Утка, быстрее! Быстрее! А-а-а, сейчас рванет, дорогие друзья! Я жив! Давай! Опа! В воду спрыгнул, Костя, фигачьте его! А у меня три сердца, Евгехов, три сердца, меня сейчас убьют! Сердце, Костя, блин! Ньютикул, спрячь меня, с Ньютикул, спрячь быстрее! Ты где? Я за тобой был. Где он? А где он? Он под водой! Стреляй по нему, утка, вон он прямо под водой! А кто, у нас кто-то умер? Нет еще! Утка, вон он под водой! А, вижу! Все, нормально, ребята, вообще хорошо. Офигительная игра, жаль, что я погиб. Жаль, Евгеха, мы построим тебе могилу на Ластаске. Нет, очень круто сыграли, просто офигительная была игра. Если вам понравилось, то не забудьте оценивать видео. Посмотрите другие серии морского боя на этой же карте. На протяжении полутора лет мы снимаем видео на этой карте, уже целых 4 части. Но каждая серия по-своему уникальна и интересна, вот так вот. Да, с разными людьми уникальными, ну что ж. А кто? Спасибо всем за внимание, было очень круто, было интересно, было эпично, конец мне просто понравился, ребят, серьезно. Вот. Да, вообще жестко, вот это вообще капец было. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мы желаем вам всем удачи, спасибо за внимание, всем пока, ребят, прощайте. Всем удачи, всем пока, ребята. Всем пока и удачи. Всем пока.